Су-32 и Су-34 – это два разных самолета, но они связаны между собой. Су-32 – это раннее обозначение экспериментальной и экспортной версии самолета. Су-34, которая позже перешла на серийное производство. Основные различия. Назначение. Су-32 рассматривался как учебно-боевой вариант и мог быть предложен на экспорт. Это был опытный образец, созданный на базе Су-27 для выполнения многоцелевых задач. Су-34 – это полноценный серийный тактический бомбардировщик, который используется ВКС России для выполнения ударных и разведывательных задач, в том числе в сложных метеоусловиях. Конструкция и оборудование. Су-34 обладает значительно улучшенным вооружением, броней и оборудованием по сравнению с ранними экспериментальными моделями, такими как Су-32. Су-34 имеет расширенные возможности для ведения боевых действий, включая систему радиоэлектронной борьбы и высокоточную навигационную аппаратуру. Фюзеляж и дизайн. У обоих самолетов схожий внешний вид, с характерной уткой, передним горизонтальным оперением и двухместной кабиной с расположением пилотов бок о бок. Однако Су-34 имеет улучшения, такие как бронирование кабины и система жизнеобеспечения. Таким образом, Су-32 – это более ранний экспериментальный прототип, который позже трансформировался в Су-34. Современный бомбардировщик для российской армии.